проиграли довольно важную игру с точки зрения, с турнирной точки зрения. Было очень важно не проиграть сегодня. К сожалению, проиграли. Первый тайм вообще мне не понравился в нашем исполнении. То есть играли как-то медленно. Очень много было игры поперек и назад. Это не наш футбол. Не знаю, почему мы так стали играть. Вместо продвижения мяча вперед искали все время поперечные или назад передачи. В перерывы поговорили. Вроде начало второго тайма стали играть острее, стали играть быстрее, стали играть вперед. Ну, пропустили гол. Один защитник у нас поскользнулся, другой уступил на ровном месте мяч и получили гол. Впоследствии пытались путем замен, путем каких-то перестроений тактических вырвать эту игру, хотя бы ничью, но не получилось у нас это. Что, я могу поздравить Днепро с победой, что идем дальше. К сожалению, сегодня мы проиграли. Рады победе. Хотели победить, как в предыдущей игре, и рады, что победили. Важный матч, хороший накал, хорошая поддержка, замечательная поддержка. И рады то, что и в организации обороны выполняли установку, и в организации атаки полностью структуру координировали и контролировали. Это меня это радует. Еще раз скажу то, что меня радует также, что при такой поддержке, действительно, поддержка, если раньше мы говорили, что это было, мы в театр приехали, и в театре камерный оркестр выступал, и была тишина, то теперь можно говорить так, то, что действительно это была поддержка, которая гнала футболиста и давала эмоции, и это было здорово, это было просто великолепно. И с такой поддержкой замечательно играть и радостно играть. Это я восхищен, скажем так. Так что спасибо болельщикам за такую поддержку. И хотелось бы, чтобы всегда такое было, и в ответ, в общем-то, были победы.